приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. 78-летний Лев Лещенко принялся за работу сразу после выздоровления. Певец готовит нечто грандиозное. Лев Лещенко крайне трудолюбив. Одолев недуг, певец принялся работать во благо общества. Стало известно о сенсационных планах музыканта. Выяснилось, что Лев Лещенко планирует написать и выпустить композицию, посвященную врачам, которые тратят последние силы на спасение людей от коронавируса. Таким образом, Лев Валерианович хочет выразить благодарность медикам, которые заботились в том числе и о его здоровье, пишет сайт «Комсомольская правда». Обладатель одного из самых богатых баритонов страны решил поднять очень важную тему. В разгар смертоносной пандемии работники медицинских учреждений являются самым ценным ресурсом. Труд медиков сложно переоценить. Готовящаяся композиция Лещенко призвана побудить людей ценить те усилия, которые врачи прикладывают для всеобщего блага и безопасности. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.